Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Денис Тихонов на канале ДТВ. И сегодня мы рассмотрим, как выглядит человеческая цивилизация из космоса. Это необычная серия спутниковых фотографий, которая показывает, как выглядит созданный руками человека мир из космоса, антропогенные, а не природные ландшафты. И начнем мы с города Венеция, которая находится в Италии. А вот так выглядит аэропорт в Далласе, гора Таранаки в Новой Зеландии и антропогенные ландшафты вокруг нее. Огромные рыболовные сети на Тайване, слева вверху для масштаба корабль. А вот так вот выглядит контейнерный терминал в порту Нью-Джерси. Разноцветный промышленный район Токай в Японии. А вот так вот выглядит карьер по добыче железной руды в Австралии. Красивый город Бразилия находится в Бразилии. А как вам жилые кварталы в Барселоне, которые находятся в Испании? Дорожная развязка в Джексонвилле, Флорида. А вот так вот выглядит Бока-Ратон, популярный город-курорт в штате Флорида. Рисовые террасы в Китае, с высоты похожие на разрисованные красками холст. Лагерь беженцев в Кении. Уничтожение и вырубка тропических лесов Амазонки, в Бразилии. Из космоса видны облысения. А вот так вот выглядят фруктовые деревья в провинции Уэльва, в Испании. Горная дорога в Италии. Дурат Аль-Бахрейн – группа искусственных островов в Бахрейне, расположенных в юго-восточном побережье главного острова, вблизи столицы королевства Манамы. Вот так вот выглядят системы орошения в штате Канзас. И напоследок, красивый вид из космоса – поля с тюльпанами в Нидерландах. Всем спасибо, ставим лайк из космоса и подписываемся на мой канал.